Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим камеру заднего вида, штатную, от компании Prime X, модель J002. Эта камера предназначена для установки в автомобиль Toyota Auris с 2007 по 2014 год и Toyota Avensis с 2008 по настоящее время. Поставляется в фирменной упаковке. Камера, давайте рассмотрим комплектацию. Здесь у нас гарантийный талон, небольшая инструкция. Сама камера, вот задней частью. Полностью пластиковая. Устанавливается камера в плафон подсветки номерного знака заднего с сохранением этой же подсветки. Корпус камеры также из прочного пластика сделан. Герметично заклеен, пылью влагозащищен. Класс защиты IP68 у камеры. Подключается она на питание 12 вольт с помощью кабеля питания, который идет в комплекте. Вот, вместе с кабелем питания есть еще видеовыход RCA, или по-другому он называется, тюльпан. Ну и к нему есть удлинитель видеосигнала длиной 5 метров. Также есть установочный комплект, это двухсторонний скотч и два самореза. Сейчас мы камеру подключим на питание, посмотрим, какое качество изображения она будет выводить. Подключили мы камеру на питание, видим изображение с данной камеры. Изображение четкое, все детали абсолютно хорошо читабельны, даже самые мелкие. Используется сенсор в данной камере CCD от компании Sony. Поддерживается системы PAL и NTSC. Разрешение камеры составляет 728 на 582 пикселя. Также, как мы видим, угол обзора заявленный 170 градусов. Ну, довольно-таки широкий. Вот. При ночной съемке камера также хорошо будет выводить изображение. Для этого ей нужна минимальная освещенность 0.1 люкс. Имеются парковочные линии для удобства парковки в трудных местах. Вот. При покупке на камеру распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.